Всем доброе утро! Как ваше новогоднее настроение? Смотрите, какую прелесть вчера заказала на Wildberries. Это мыло для рук, оно как пенка взбивается. И сразу же лосьон для рук и тела. Такой вкусный аромат весенних цветов. Мама вчера приходила к нам в гости, заценила вот эту подставочку. Ей тоже очень понравилось, что смотрится красиво. Единственное, наверное, вот это вот нужно убрать, но я пока не убираю. Не знаю, пока не убираю. Как намокнет, здесь постоянно вода, так уберу. Ну, просто нравится этот слоник. Леша позвал меня на утренний чай. Такое лицо, как будто не звал. Ты такая, раз с камерой зашла, я вообще ничего не понял. Что такое? Только что лежала в кровати, бах, убегаешь с камерой. Вот она, наша погода новогодняя. Красиво снег искрится, да? Играет прям на солнце. Шикарная погода, будем снеговиков лепить. Да. Грязевиков. Вон там как раз можно полепить. Сегодня на завтрак хочу гранолу, манго, ананас и вот такой йогурт смешать. Этот йогурт продается в керамических вот таких баночках. Мне кажется, что это очень прикольно, смотрите. Прикольно придумали. Сейчас покажу. Ой! Мышку принесли. Сегодня у нас будет стол своими руками. Мама горячее принесет, да, мы салатики. У мамы были на дне рождения, очень вкусный плов она сделала, я попросила повторить. Алёша, что голубцы. Ты попросил? Голубцы. Мужчины попросили голубцы. Ну, мы пару салатиков сделаем и закуски. Вот с нас вот эта часть стола будет. С нас хата. С нас хата, да. С них выпечка и закуски. У нас будет писка сегодня. Да, Лёша? Устроим тусовку тут. Мама, что папа здесь? Лёш, ты помоги, я сейчас просто много насыплю. Я не знаю, дочь, что тебе пишет, читай. Да, да, я же тебе это попросила. Открыла. Открытие, ну. Так, я скажу, когда стоп. Смотрите, все натуральное. Так, еще. Хватит. Что-то странное какое-то. Нормально? Да, Леша, он свернулся уже. Я не буду такой. Все, баночку оставляй, йогурт выливай. Дай мне другой, там Данон есть. До второго, первого. Не буду я, нет. Дай мне, пожалуйста, Данон. Он меня разочаровал, этот йогурт. Все, баночки для Алисы оставим, пусть она в них кисточки макает после рисования. Да? О, другое дело. Хочу показать вам очень крутой набор. Ну, прям вот, знаете, для подростков, для девочек. Что за фирма, не знаю. Это парфюмированный мист для тела. Что-то типа спрея для тела с блесками. Очень-очень красивый мист. Люминайзер для тела и лица. Фиолетовый оттенок. Это гель-глиттер для волос. Смотрите, какая прелесть. Просто офигенно. Ой! Это шиммеры для лица. Это, скорее всего, тоже шиммеры для лица. Так, это помада, все запечатано. Помада очень красивая, перламутровый такой оттенок, красивый. Голографический гель для тела. Здесь блески побольше, чем вот в этом мисте. Мист, видимо, дает такую, как вуаль на коже. Ну, короче, для девчонок, которые на дискотеку пойдут или вечеринку устроят с друзьями, мне кажется, очень круто. Так, это что такое? О, это палетка. Какие классные тени. Ну да, это для подростков. Ну, либо на вечеринку. Угу. Красиво. Как будет салат называться? Коралловые бусы. Нет. Бусы на снегу. Да, я просто забыла, а потом вспомнила. Леша молодец, все сам делает. Оливьешку уже сделал. Холодильники. Да.
Вот этот салат идет с маринованным огурчиком, а оливье мы решили сделать со свежим. Угу. Но огурец еще пока не добавляли. Да, огурчик добавим в конце уже, попозже. Перед подачей. Ну, чтобы был похрустящий салатик у нас, а не как размазня. Да. Но как это, сложно салаты делать? Нет. Ничего сложного, да? Самое сложное – отварить ингредиенты, подготовить. Что, их закинул в кастрюлю, пусть варятся, что? А я мою пол. Кто спрашивал, какая швабра, я, правда, уже показывала несколько раз. Швабра у меня Веледа, очень крутая. Вот именно вот эта модель. Просто не все наши видео смотрят, и многие подключились к нам недавно, можно так сказать. Поэтому повторяю, вопросов очень много. Вот, повторяю вам. Вот такое ведро, тоже Веледа, ультрамат. Очень крутое ведро. Мне оно очень нравится, очень удобное. Главное, много воды не наливать. Наливать только по вот эту черную штучку для отжима, чтобы пенка не поднималась вверх. И все. Мусор. Попозже Леша вынесет мусор. Обувь все уберем. Домик пусть здесь стоит, но я сейчас пол мою, все за ним помою. Везде вообще, в принципе, все мою. Так, наша елочка. Не знала, куда затолкать вот эти шарики. Они у нас упали, но они такие красивые. Смотрите, там внутри перышки. И вот такая вот мишура. И пока они под елочкой сидят. Ну, пусть будет пока так. Потом уберем, наверное, их, потому что что-то мне не очень нравится. Еще подарочки Алисе будем под елочку складывать вечером. Вот оленята. Нужно еще одного включить. Так. Наш крошка. Вот эти провода все спрячу. Периодически они у нас снова вылазят. То в робот-пылесосах высунет, то я что-то тут делаю. Так, здесь у нас мышка сидит. Пока убрала орхидею вот сюда. Все, вторая орхидея у меня умерла. Вы сказали, все, отрежь и просто поставь в стаканчик над водой. Воды не касалась орхидея, но она просто засохла. Так что, ребят, пришлось ее выбросить. Очень жалко. Хотя, смотрите, она еще долго могла стоять. Цветок-то стоит. Я его в водичку поставила. Реально вот эти орхидеи стоят дольше роз. Она уже у меня стоит неделю. Проветриваем дома все. Ну, сейчас здесь пол буду мыть. Так. Ну что, новогоднее настроение уже. У вас как, новогоднее? Сегодня поддувала вот эти игрушки. Пингвинчика, божью коровку. Эльзу поддувала, потому что она у нас что-то голову наклонила, и я ее сама надула. Она, видите, какая стала упругая, держит снежинку. Пусть стоит. Очень красиво. Так, еще нужно скатерть погладить, но в этот раз буду гладить я. 6 снежинок у нас для 6 гостей. Мама, дед Сережа, Лева, я, Леша и Алисочка. Будут на столе у нас снежинки на белой скатерти. Я думаю, что будет очень красиво. Вот такие дела. И символ года мышка. Будем песню года смотреть. Книжку закончила. Умняшка. Так, Леша сейчас собирается в магазин. Будет докупать нарезочки, вкусняшки, да, Леш? Да, хлебушек. Ну, там колбаску, хлебушек, Алисе крылышки, Алиса заказала. Я погладила себе костюм, буду до вечера ходить в этом костюмчике. Очень, кстати, комфортный. Ой, ша, атласный. Мама, у меня уже палец прошел. Да, бегала сегодня, ударилась. Поглажу сейчас скатерть, салфетки и буду себя в порядок приводить и Алисочку. Вот от кого Алиса фанатеет. Так, давай я сама уберу. Угу. Так смешно написала елка. Елка. Ну, Алисочка у нас проговаривает, да, Алиса? Нет, я сама. Буквы. Ну, ты же проговариваешь, как елка. Ё. Тебе О, да, послышалось? Сама... Да. Ага. Решила сегодня постелить вот такую скатерть. Эту скатерть мама привезла из Болгарии. Очень красивая. Я ее уже примерила на стол. Смотрится очень нарядно. Поэтому сейчас я ее поглажу, она постирана и будет очень красиво. Потом покажу вам на столе, как она смотрится. Мама, кстати, сегодня сказала, что не будет снимать видео.
очень расстраивается из-за комментариев. Включи свет, пожалуйста, дочь. Зайка, а я хороший ребенок. Очень. Самый лучший. Но почему он опять разломан? Кто? Ну, моя мышка. Вот наш стол. Мне очень нравится, очень по-новогоднему. И как в Кюхленд я поставлю вот такую елочку прямо посередине стола. И вокруг этой елочки у нас будут стоять все блюда. Сейчас Алисе завью волосы, совсем чуть-чуть около лица. Я немножко накрасилась, но не до конца. Буду еще подкрашиваться. Сейчас салфеточки красиво сложим, и будет прям супер. Так, мне очень нравится. Мы с Лешей хотели купить новые бокалы, новые стаканы, но из-за того, что не могли определиться со стопочками, мы так и не выбрали новые бокалы и новые стаканчики. В общем, разругались в Ауре Богемия, и я заметила, что у нас сломан стакан один. Вот трещина. Вообще выкидывай сразу же его. Вообще. Так что остались мы без новогодних бокалов. Ну ладно, в следующем году, может быть, купим. Но буду уже без Лёши выбирать, потому что не хочу я так. Получается, ни себе, ни людям. Да, Лёш? Ну тогда я сам пойду докуплю. Ну получилось, что ни себе, ни людям. Ну ты, которые выбирала, это колхоз был. Они были очень красивые, дорогие и приличные. Сделала макияж. Сейчас буду заниматься волосами. Нравится мне этот комплект атласный. Очень крутой. Какой красивый, удобный. Мама очень красивая сегодня. Очень красивая. Покажи, что ты принесла. Давай, а тортик. Что, подарки прямо сразу дарим? Нет, сейчас. Тортик. Какие подарки? Потом подарки. Так, это тортик 2020. Здесь у нас конфетки. Откроем? Ну, давай попозже. Попозже. Вон, да. Все хорошо. Так, здесь у нас стол. Закусочки. Телевизор для караоке. Елочка. Мальчики. Игрушки. Есть все. Еще подарки дарим? Ну, попозже, подожди. Попозже будем. Торопишься? Я тороплюсь, да. Подарки. Давай я переоденусь. Сядь, прижми пятую точку. Я не могу сидеть. Я пойду переоденусь, мам. Так, ты в туфлях, да? Я тоже буду сегодня на каблуках. Мои любимые Massimo Dutti. Нежные. Нежные телесные. Навьё. Навьё. А вот мое платье, я сейчас все одену. Единственное, кто у нас сегодня не нарядный, это Алиса. Почему Алиса очень хорошо выглядит? Да, она шикарно. Сегодня с голым пузиком сказала будет. Шикарно, Massimo Dutti. Но она у нас металлическая сегодня мышка. Да. Мышь-то металлическая. Ну, в этом году. А, подарки, так, отходим. Алиса, подсматривалка. Да, я Снегурочка. О, а где твоя шапка, корона? На. Кому шапку? Люби, надо шапку. Ребята, одела платье. Очень удобное. Вот здесь немножечко пайеточки колятся, но прям совсем чуть-чуть. Я их только немножко ощущаю. Но все терпимо, удобно. Вот думаю, может быть, другие босоножки одеть, но они у меня на высоком каблуке, там больше 10 сантиметров. Я думаю, что дома, ну, дома можно их таких, да? Ну что, Снегурочка? Ты готова к приключениям? Давай, приглашай дедушку за стол, гости дождались. Все, караоке будет? Дождались. Отлично. Так.
красивое платье у Юли Сила, на нее идеально. Идеально. Что за музыка, блядь? Я не поняла, я в Турцию попала. Турецкий Новый год у нас. Турецкий Новый год, какая музыка. Так, это мясо к салатику. Такое острое. Куда идти-то, куда ты мне смотришь? Те тарелки, не те тарелки. Ты же сегодня выбирала тарелки. Все то. Так, вот это в микроволновочку. Прямо минутки на две. На, закрывай только. Крышкой не забудь закрыть. Вкуснятина. И пловик. Ну что, начинаем вечеринку? Можно все в подробностях сегодня не снимать? Может что-то за кадром у нас остаться? Можно? Может что-то остаться за кадром? Наверное, да. Чего нет? За кадром? А что может остаться за кадром? Это самая откровенная семья России. Семейка блогеров. Все готово. Так. Тебе лишь пожрать. Так, мы хотим попрощаться с ушедшим годом, с уходящим. Он был очень хорошим. Да, он был очень, очень насыщенный. У нас было много поездок, много перелетов. Да, Лёша? Плодотворных видеосъемок. Да, мы раскрутили новый канал. Я считаю, что раскрутили. Серебряная кнопочка уже есть у него. Что еще хорошего у нас было? Получишь комментарий. Много событий приятных, праздников. Вот. Ну, короче, да, хороший был год, я бы не сказала, что плохой, да? Конечно. Хороший был год. Конечно. Очень. Отличный. Отличный. Я надеюсь, что следующий будет не хуже, а даже лучше. А еще лучше, в разы. Да, миллион да. Раз. Новые путешествия. Да? События. Мама. Праздники. Новые путешествия. Вкусная еда. Да, да. Вкусная еда. А еще что мы любим? Шопинг. Шопинг. Шопинг в других странах. Да. Следующий год я буду в белом платье, а Юля будет в черном. Побольше эмоций. Ой. Вот. Мам, мы с тобой, мне кажется, вообще хорошо. На контрасте. Да? Давай сфотографируемся и отключай, пожалуйста, камеру. А в прямой эфир будем выходить? Будем. Конечно. Сейчас вот, пить потом будете. 2019 удачным годом. Хороший год был. Я слежу за Алисой. Куча подарков. Под елочку? Да какую елочку? Вон на ковер. Упала. Высыпать. А вдруг мы потанцевать захотим? Давай под елочку. Так она же сейчас разберет все и уберет. Ага. В них полезные вещества из спелых фруктов, такие как красиво гай, железо и магний, которые не повредят нашим организмам. Так, да, Лиса, это пупсик, это одежда. О, гора игрушек. Смотрите, какая красота. Ну что, зовем? Доченька, пойдем, у нас для тебя подарочки. Пошли. Ну как тебе сюрприз? Ты довольна? Маму целую, обнимай. Осторожно, я колючая. Не пусти. Моя девочка. Что, укололась, да? Ну? Ну, ты довольна? Да. Опа! Все, открывай сюрпризики, а мы пока посидим за столом. Давай. Девочки, я просто в шоке, это какой-то шикардосик. Ой-ой-ой, за сколько... Леша, попал? Давай ребеночка тоже поздравим. Девочки, я просто в шоке, да? Я, пожалуй, присяду. Второго ребеночка. Люба, я тебя поздравляю. Лев Сергеевич, а где еще один его подарок? Вот ты ж показывала вчера, мама. Вчера доставала, показывала. Алиса! Дед Мороз идет, подарочек Алисе несет. Ну-ка, расскажи мне этот стишок. Стишок расскажи. Упал мешка на пол, оторвался его лапа. Все равно его не брошу, потому что он... Молодец!
Дарю тебе подарок. Она долго тренировалась. Лев Сергеевич. Это набор ютубера. Это что такое? Быстрая зарядка, мгновенная. Супер зарядка, да. Какая, 2 ампера, да? Да, 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 нет, как у меня, супер, самая максимальная. То есть я прямо в школе могу заряжать телефон, да? Да, там буквально за 10 минут половина зарядится. Это для Мака, а это для айфона. Это провод. Не знаю. Это провод, и это зарядится. Это тебе. Это что такое? Это цепь золотая. Будешь... Да, на дубе Тома. Аж дедушке смешно стало. А как мне ее носить? Куда мне ее надевать? На шею куда? Как куда? Просто одел и все. Потом крестик еще подарим. Вот тебе Дед Мороза. Дед Мороза. Морода. Сами мы себе такие не купили, а мы вам, пожалуйста. Спасибо большое. Сергей Михайлович. Да. Тебе, слушай, так как мы скоро едем на Красную Поляну. Я Дед Мороз. Одевай, примеряй. По билетику то давай им. Облочки тебе. Каждому по билетику. Зачем ты их снял-то? Я не мям. Обалдеть. Облочки тебе. Турецкий лен. Девочки. Потом померю. Сейчас я Дед Мороз. Я теперь буду всегда ухоженный, чистый, помытый и засушенный. Красавчик. Заряженный. А главное, с золотой цепочкой. Братан, огромное спасибо за подарочек. Давай. Сестренка любимая, дай я тебя поцелую. А, сами вытягиваете? Спортлото? Вытягиваете. Так, так. У нас у всех, да, будут? А что они могут выиграть? Леша один. А когда мы узнаем? А надо заполнять? Прочитайте, да, прочитайте. Ага. Результаты лото? Да, прочитайте. Это мой. Мам, хорошая идейка. Хорошая. Это Алисия. Алисия. Так, любимая, ну и тебе подарочек. Ой. Ой. Ты хотела такую? Именно? Я хотела шнурок. Я хотела именно цепочку шнурок. Я хотела вот заменить уже. Шнурок. Ой, спасибо, любимая. Спасибо большое. Красивая какая. Спасибо. Какая коробочка? Где? Это билетик. Спортлото, выиграешь миллиард. А куда ты его дела? Давай я вот здесь положу. Все, заполним. Все, у меня здесь. Прибери себе. Так, ну, обалдеть. Дед Мороз на Алисочке подарок. Дед Мороз, красный нос. Мама. Ой-ой-ой-ой-ой. Алисонька, тебе подарок. Мне Дед Мороз. Спасибо, Дед Мороз. У меня есть такая, но они будут вдвоем сестренки. А, две сестренки у тебя будут. Да. Очень хорошо. У меня стоит тогда, они будут стрекана классная. Вместе. Мне нравится ручка у нее. Ага. У нее коробка шикарная. Так там что-то сетка, что ли? Да, 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 да. Включились. Смотри. Надо нажать на вот этот крестьян, видишь, он нажимается, и вот здесь. Понятно. Так, теперь папе с мамой. Ура! Станция мини! Алиса, осторожно, ее осторожно может упасть. Алиса, привет! Да, Дед Мороз. Подожди, подожди, Алиса, ты неправильно делаешь. На, дари, Дед Мороз. Это кому подарочек? Это Леша. Леша, да? Тихо, Алиса. Ох ты! На, Алисе, тебе подарок. Шикарно. О, это да. Спасибо, мама. Это Юлечка. О, ну это Юля любит, да? А фирма-то какая? Это же вообще крутая фирма, СМЭК. Итальянская. Итальянская? Да, чтобы да, у вас долго это все служило. Мама, а это не как спасибо холодильник у Марины Ивановой СМЭК? Как у Марины Ивановой? Ну, она крутая. Слушай, это реально хорошая фирма. Такие самые пиз. Да, вот такие да. Как у Марины. Это самый пиз сейчас. Ой, спасибо. Они внутри, спасибо. Они внутри сделаны как по новым современным технологиям. Дедушка, просто дизайн спасибо, старого. Деда. А сейчас я отдам тебе. Чувствую, ножницы. Вот это я могу делать. Короче, я пока Алису вот сюда положу. Да, пусть лежит, мы потом разберемся. Да. Только она огромная такая, Алиса-то. У нее вот здесь инструкция. Хорошо.
Знаете, вот один вопрос. Почему у Алисы нельзя поменять имя? Например, меня зовут Алиса. А вот что, если мама мне скажет, Алиса, садись за стол. И Алиса сядет за стол. Алиса такая, я уже села. Леша, оденем. Леша, помоги. Я же не умею толком-то. Крючок там. Мама, я хочу потрогать его. Мне кажется, он вообще, да, шикарный? А хлеб-то есть? А? Хлеб есть? Такого нету, надо купить. Такого большого. Нет, есть поменьше размер. Не надо, не надо. Не надо. Супер. Ребята, какая она красивая. Шикарная. Шикарно. Ну как, я же повышаюсь теперь. Кто? Был просто? Статус повышается? Лёва, а теперь крутой Лёва. Кто я? Чё, классно идёт мне цепочка? Да, если её вот так будет чуть-чуть видно. Обалдеть. На физкультуре после футболочки. Там ну чё, девчонки, видели мою золотую цепь? О, класс. Класс. Шопка. Гуччи магазин. Надеваю только золото на шею. Мои бриллиантовые украшения. Я хожу в гуччевые магазины. А что ты рубашки вот так в школу не носишь? Зины. Гуччи магазины. Алиса, президент, все, 12 часов. Наливаем шампанское, скорей. Уже Вера куда? Не в ладошку же. В ладошку. 2020 год. Он хорошо выглядит. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Ничего. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Мне. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась. Новый год! Юля, ты настоящий гурман. Сама с собой в одного такая. Новый год! Бабахнула такая, стоит, попила. Счастьем, такая. С Новым годом. Хорошо, Новым давай, годом. Ну, поцелуй меня быстро. Сыночка, давай. А Юля, он уже прихлебал. Давай, с Новым годом. Алисенька, с Новым годом, любимая. Что, моя любимка? Целуй папу, маму обязательно. Целуй. Любима. Бразер. Поцелуй, Алису. Я уже в щи ее. Осторожно, уронишь у нее бока. Блин, ты... Алиса, нельзя так. С Новым годом, ребята! С Новым годом! С новым счастьем! Отечество! Наше свободное! Евтерев крепко сел. Да ты что? За решетку. А, за решетку вышли. Так его адвокат просил его на Новый год, типа, ну выпусти, типа, состояние здоровья. Ну, пусть сидит. Что, вы закрыли, что ли? Тевтеля. И Дубровского? Всех. Дубровский. Нет, в Швейцарии. Дубровского хотят оправдать. Да ты что? Да. Слышите фейерверк? Вот там, где фонарик, это Лёша с дед Серёжей. Иди сюда. Вот. Мама, еда. Пойдем. Что-то нога болит сильно. Нога заболела? Нога. Прямо в руку. Можете полежать так вот на массажную? Вон. Ноги. О, пошла. Ой, красивый вид. Ага. Дед Серёжа выбирал. Фейерверки. Фейерверки. И сегодня, и завтра будут... О! Вау! Насмотрелись, люди. Классно. Фотосессия. Мама. Мы ее посвятили, здорово. Ага.
Он сейчас упадет. Мы знаем, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Желтые тюльпаны, помнят твои руки, помнят твои губы, строгие черты, строгие черты, желтые тюльпаны, твои руки, помнят твои губы, строгие цветы, строгие цветы. Если станешь рыбкой в море, ихтиандром я на дно сойду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты, до-до-до. Хоть мне пой, что ли? Ау, 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 я тебя все равно найду. Ау, 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 эй-эй-эй. Если станешь ты гитарой, баре возьму на пятом ладу. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты, до-до-до. А если станешь ты розеткой, штепселем я в тебя войду. Как он мог это серьезно петь вообще? Я понять не могу. Ляпис, это вообще жесть. Ты невеста, я фата. Ты желудок, я еда. Ты мелодия, я баян. Ты Роксана, я Бабаян. Изучай меня по картам. Все ушли домой. Дед Сережа с мамой ушли. Лёва. Мы с Лёшей все прибираем со стола. Ну все, я переоделась. Переодела цепочку. Вот моя. Посчитали сегодня с Лёшей. 15 лет я ее носила. Он мне ее подарил очень-очень давно. Это Лёшин подарок. И сегодня я ее сменила на вот такую. Давно хотела такую цепочку, но все как-то, ну как-то не покупалась она у меня. Не знаю. В этот раз Леша мне купил. Очень красиво. Ее практически не видно, и мне это очень нравится, потому что вот эта цепочка сильно бросалась в глаза. В этом году Новый год получился очень спокойным. Мы встретили его с семьей, покушали, немножечко отдохнули, выходили даже в прямой эфир, мы танцевали, смотрели фейерверк. Алиса, правда, испугалась, очень сильные были фейерверки. И я хотела сохранить прямой эфир, но у меня не получилось, потому что мы танцевали под песни Арстик, Асти и... Блин, как их зовут? Артик и Асти. В итоге нам пришлось все-таки эфир удалить, чтобы не было проблем потом на канале с нарушением авторских прав. Пока все Алисины подарочки у нас лежат под елочкой, завтра она будет все разглядывать. Ну, как всегда, день, два, три ребенку нужно, чтобы все рассмотреть, всем поиграть. Может быть, что-то приглянется, и она будет играть подольше. Посмотрим. Вот. Ну, что еще, что еще? Все хорошо. Все хорошо. Я очень рада, что этот Новый год у нас такой спокойный.
что мы спокойненько пойдем спать в свою кроватку, а не где-то в отеле. Прошлый Новый год мне вообще не понравился в Бетон-Брют. Очень не понравился. Уже спать охота даже. Клонит в сон. Я Алису зову. Алис, пойдем поспим, а пойдем спать. Нет, нет. Открываем тортик. Такой красивый. Да. Я ложницу приготовила. Утро следующего дня. Вау. Очень красивый. Мышка сидит, снежинки. Так, кому какой кусочек? Ребята, выбирайте кусочек. Алиса, тебе какой? Тебе с ягодками, хорошо. Ягодками. 20-20. Это что, желейный торт? Нет, он бисквитный, по-моему. Он так сделан зеленый, как будто полярное сияние. Вот так, Алиса, тебе с ягодками? Нет, да давай режь, сторону. Все разрежешь, и мы выберем. Подожди, я ребенку это сделаю. Самое главное. Вот так. Доченька, иди садись. О, он с фруктами. Начинка, ты смотри. Лёва. А где мой кусок? Вон, возле мама. Твой кусок на месте. Кто будет тайский чай? Давайте. Попробуешь? Да. А чем он отличается от нашего? Узнаешь. Вкусом. Да-да-да, тайский. Шикарно. Мне кажется, что-то в чем-то есть подвох, да? Я кушаю торт и чай в гостях. Тортик от Ольги. От Ольги, да. Ольга, Краснодар. Ананасовой прослоечкой берем. Нижняя оттенка, девочки. Просто божественно. Тайский чай вкусный? Угу.